Друзья, здравствуйте! Приехали цимбидиумы. Конечно, просто захотелось снять такую красоту на видео. Приехал цимбидиум Джокер. Это цимбидиум пилорик. Просто потрясающей красоты. Цветочки еще не расправились. Но я вот попробую. Вот. Пилоричная. Это вот, вот здесь губа. Здесь один лепесток, второй. Очень красивые. А самое интересное, растение не сильно крупное относительно, потому что есть вот калинайт, вот он крупнее, а здесь и листочки можно видеть достаточно небольшие. Он идет каскадник, но приходит с подвязанными цветоносами. Вот здесь поболее виден цветок. Потрясающе, очень красивый. Нежно, представляете, разрастется этот кустик. Вообще будет нечто. Этот в кадр попадает Bolig Magic. Кстати, несколько лет назад его многие заказывали. И фирма, кстати, поставка это LVZ. Да, LVZ. Вот он, бирочка от них. Их фирменная бирка, они занимаются в Голландии именно выращиванием цимбидиум, культивированием разных красивых сортов. И сколько вот мы заказов заказывали, не цветущее. Тут, конечно, все цветущее. И действительно, вот цветок, как на фотографии, поражает. Весь-весь-весь на пушечках. Тоже каскадник. Здесь кустики такие мощные, но не такие коротенькие. Это особенность вот этого сорта. Очень его за это и любят. Вот. Его цветоносы. У меня их 3-4 кустика. Здесь уже достаточно высокий цимбидиум. Это калинайт темная. Сейчас попробую приблизить цветок. Вот он. Темно-красно-коричневый. Тоже все в цветоносах. Но он такой достаточно высокий, если вот сравнить рядышком. Ну, видно, что они все крупномеры. Листик чистенький, красивый. Тоже все это. Это все три вида каскадных цимбидиумов. Ну, красота вживую, это просто супер. Ну, вот такой вот маленький обзор по цимбидиумам. Надеюсь, было интересно. Пока-пока.